Ну вот, запускаем. Вот два бифилера, два конденсатора. То есть, как видим, пусть да, симулятор там идеальные условия, но я не думаю, что они в его катушках не идеальные. Вот они работают, друг друга гоняют. Два последовательных резонансных контура индуктивно соединенные. Остановим сброс. Видите, ничего нет. То есть имитируем запуск, даю магнитное поле в трансформатор. Все, вон оно пошло. Видите, по-разному он идет. То есть он неустойчивый, но работает. Ничего не могу сказать. То есть вот такой контур автоматика считает. 99,56 кГц, ну при таких 750 пикофарад конденсатор и 900 микрогенри одна обмотка. Все. Еще раз сбросим. Видите, да? Вот он пошел. По-разному идет. Видите? По-разному. Но то, что он держит, именно последовательный, не параллельный, последовательный. Вот то, что я имел в виду. Но снять с него пока у меня не предоставляется возможным додумать. Благодарю.